Местность называется Буян. Здесь набираем воду. В этом неприметном месте находится родник. И кличут его местные люди на Буяне. Немножко обиходили, врыли бетонное кольцо, даже два вглубь. Вода чистейшая, вкусная, с очень небольшим процентом извести. Очень небольшой. По сравнению с московской, подмосковной известковистой водичкой, это не вода, а просто клад. Каждый раз, приезжая в район, мы увозим с собой почти целую машину этой чудной воды. Так, мы ее сейчас расставим, разопрем, чтобы она не елозила по Гансу. Вот, и поедем тихонечку. Самое главное то, когда набираешь природную воду, а не из-под крана. Про это я тоже прочитала у компетентных людей. Ту воду, которую мы покупаем в магазине, она чистая, но она мертвая. Мертвая, она да. Не несет никакой информации. Совершенно верно. Она пустая, так у нее нет никаких сил. Вот так. А этот родник, он не освещен. Вот. Вода живая, ее а земля вода дает. Чистая. И она еще и природная. Она земля дает, да, всю свою энергию дает. Совершенно верно. Это тоже плюс того, что здесь вам забирают воду. Когда родник освещается, вода становится мертвой. Она не цветет, она не пахнет, она не застаивается. Это означает одну простую вещь. Она при крещении омертвевает. И это совершенно очевидный факт. Спасибо, земля, спасибо, родник. Дал нам 200 литров воды. Чистой, прекрасной воды.